Привет, дорогие мои. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы пошли обратно в Blight Town разбираться с Квилак. Убили троих. Блин, не в ту сторону я вышел. Убили троих привратников местных, толстячков, гнилых. И в результате теперь мы можем более-менее спокойно двигаться дальше вниз. Там таких особых уж препятствий у нас вроде как на дороге не будет. Хотя на колесе мы можем погибнуть. Ну, то есть там колесо, которое поднимает и опускает, типа лифта, может поднять игрока повыше, может опустить пониже. Вот на нем, я думаю, вполне вероятно, что и помереть можно. Так, где это колесо? Ну там, короче, он что-то смутно вдалеке видно, двигается. Ну, темно. Темно. Сейчас опять комарье начнется всякое. Блин, ненавижу эту локацию. Надо убить уже Квилак и покончить с ней. Больше тут, по-моему, кроме Квилак ничего и нету. Так. Тут, по-моему, пакость сейчас будет, нет? О, блин, какой все-таки фреймрейт низкий в данной локации. Кстати, когда я написал, что на Xbox ситуация такая же, но при этом часть спецэффектов вырезана, часть зрителей подняла меня в комментах на смех. Посмотрите, пожалуйста, сравнение от экспертов, скажем, из Digital Foundry. На Xbox не хватает некоторых спецэффектов. Ой, блин, не падай. В области постпроцессинга. При этом фреймрейт там также дропается в некоторых местах. Производительность, в принципе, идентична. Вообще, картинка по большей части выглядит одинаково, но... видно, что разрабатывалась игра, как и Demon's Souls, на основе Demon's Souls, в первую очередь, для PlayStation. Я не являюсь там фанатом каким-то PlayStation, не являюсь фанатом Xbox. Мне вообще, честно говоря, пофигу на эти ваши холивары. Что лучше, писькомерство. В данном случае очевидно, что оригиналом для разработки служила Demon's Souls. На ее наработках сделана эта игра. А Demon's Souls у нас был где? На PlayStation. Да вашу мать! Так, тут надо аккуратно спрыгнуть и не убиться при этом. Дальше что? Я тут еще ни разу не был. Видимо, тут надо быть где-то резко сейчас. Так, ладно. Живой. Жив, цел, орел. Или, как я говорю, жив, цев. Постоянно оговариваюсь. Так, что дальше? Как мне спуститься дальше? Что-то я даже подзабыл. Жив, цев. Дальше уже пойдет несложная фигня. То есть сейчас тут будет очевидно этот комарик. Да, собственно, и все. Хорошо. Блин, как-то темно, а? Без автонаведения неудобно целиться все-таки. Так, хорошо. Там у нас, кстати, что-то неподобранное лежит. Блястит вдалеке. Так, ну и что, я не знаю. Пора выдвигаться, похоже. Чигатана починим. Лонгбоу починим. Давайте смотреть. Сейчас по дороге, конечно, нас еще много кто попинает. Давай сначала с тобой. Потом мы идем... Куда? Где у нас островок? Островок вон там. Скотина. Реакции есть. Очень меня радует, насколько медленно набирается яд. Так, вон туда побежать. Получается, я так понимаю. Блин, еще летят. Они, смотри, они просто бесконечно похожи.
Ой-ой-ой, нет, я не успею, я сейчас наберу опять. Ну и видите, как мало у меня отнимает, да? То есть практически вообще не отнимает. Так, где тут сейчас толстячки будут? Убавляется, конечно, тоже эта повозка не очень быстро. Да твою мать! Ой-ой-ой, это может плохо кончиться. Сейчас второй прилетит. Бей! Прыгай! Так, минус один. Да твою мать! Ты что творишь, урод? Так, все, пока что есть у нас пауза небольшая. Блин, у меня все здоровье, все аптечки сожрал. А мне они так нужны были в битве с этой паучихой. Что-то я даже не уверен, что мы сейчас с ней пойдем драться. Возможно, мы сейчас будем искать более безопасный путь. Потому что что-то мне тут, надо сказать, не очень нравится. Так, ну давайте Данкупай, ой, Данкупай, говорю, вот это используем. Все убрали. Блин, мы потратили на все это дофига аптечек, надо сказать. Так, сейчас мы переберемся туда, куда нам нужно. Блин, быстро набирается все равно. Хоть бы хны. В любом случае. Сейчас будем искать, как нам туда будет удобнее подбираться. Там их аж трое, офигеть. Можно, по идее, мимо них пробираться, то есть пробегать просто. Я пошел. Попал? Попал. Не уверен, что я ему что-то отнимаю. Что-то, блин, полоска жизни не появляется. Вот сейчас не попал. Хрен знает. Так, что же мне делать? Как же мне быть? Как тут темно? Блин, все-таки траванулся. Я даже не буду тратить. Нет, похоже, только отсюда можно сюда попасть. В данную локацию. Мимо всех этих огромных тварей. Так, сейчас мы пробежим маленько внутрь, чтобы они нам не закинули подарок. Теперь используем вот это против яда. Нитхово. Да, в принципе, давайте, что ли. Я не знаю, честно говоря, не уверен, сможем ли мы ее сейчас победить. Этих лучше вообще не трогать. Потому что-то маловато аптечек. Я так и не придумал против нее никакой тактики. Единственное, что я знаю, что мне сейчас нужен Drake's Word. Один из тех моментов, где он мне действительно пригодится. Насколько у него урон-то больше? 200 против 144. Ну что ж. Что я могу сказать? Давайте попробуем. Какой там уже раунд по счету? Так, отступаем. Это может плохо кончиться. Короче, давайте тактики придерживаться пару ударов и отступления. Ох, твою мать. Я думал, она уже ударила. Тихо. Ой, блин, это было плохо. Неудачно. Твою же мать, а.
Так, все, пора отступать. Да, это я вовремя сделал. Ой, вот сейчас меня долбанет на все жизни. Нет. Ты посмотри, как далеко бьет. Офигеть. Мне надо приучиться просто вот ко всей этой фигне. Точно знать. Так, сейчас она долбанет по площади. Бляха, да как ты достаешься до меня? Чтобы точно знать, когда у нее будет этот мощный удар. И тогда, я думаю, это будет вполне себе реально. Блин, аптечки кончаются уже. Блин, давай я по прицелу. Тихо. Твою мать. Даже до половины не отнимаю. Блин. Слов нет. Так, сейчас что-то с ней надо делать. Я пока не знаю, что с ней делать. Но, в принципе, я увидел, что это реально. И я опять, кстати говоря, держал меч одной рукой. Нахрен мне тут щит, если он помогает против меня. Это моя стандартная ошибка. Я не знаю, зачем я это делаю. Вот так надо бить. Ладно, все, пора справляться. Эта игра и так ошибок не прощает. И еще я сам себе косяков понаделал. Так, надо найти место, как побезопаснее попадать туда. Так, блин, комарики. Да твою мать! Ну что ж такое? Что вы сегодня себе позволяете, негодяи? Так, ты, иди сюда. Иди ко мне. Ломай меня. Сейчас мы оттуда будем осматривать, с того боку. Возможно, есть обход. Так. А по-другому, ну, я не знаю, можно, конечно, воспользоваться помощью фантомов. Не знаю, стоит ли. Так, вот отсюда мы идем сюда. Подожди, это не твердая земля, что ли? А, ну ладно, нормально. Так, давай, дорогой. Иди ко мне. Ой-ой-ой. Не дотянулся. Ладно. Так. Давайте-ка мы пока у Чикатана возьмем. Я, как видите, с непривычки более коротким мечом не дотягиваюсь до них. Тихо, это не то. Так, что у нас здесь? Безопасная зона. Безопасная от кого? От него, что ли? Да мне пофигу, честно говоря. Там какой-то ништячок лежит. Нужно ли мне его брать? Нужно-то по-любому, но после этого я... Блин, я не знаю. Все, заразился, короче говоря. Нет, обхода тут особого нет. А, вот сюда можно было в итоге пробежать. Да откуда вы взялись-то? Жучки. Так. Давай так. Блин, я все равно сейчас сюда пробегу, я не успею. Ой-о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 й. Скотина. Что за урод, а? Да харе уже. Не смешно даже. Так, ладно.
Отдыхайте там, ребятушки. Успокоились, нет? Блин, опять у меня противоядие кончаются. Так, ладно, пойдем за вторым раундом сегодня. Что пишет? Попробуй держать обеими руками. Да я знаю уже, я сам себе корю за то, что я постоянно держу одной рукой. Опасайся атак. Ну, атак я всегда опасаюсь. Так, этих мы не трогаем, ребятушек. Так, сейчас мы возьмем Дрейксворд, возьмем его в две руки, да пойдем. Ой, какой эсток, нафиг он нам нужен. Да, блин. Тороплюсь что-то. Прекрасный вид спереди. Да ты шутишь, что ли, издеваешься надо мной. Так, ну что, второй раунд за сегодня. Я не уверен, что, блин, что-то я не знаю, что с ней делать, честно говоря. И с ней автонаведение скорее мешает, но при этом попадать, конечно, без автонаведения сложнее. Так, лучше отойдем оттуда, потому что... в лаву наступать не очень охота. Так, давай, иди сюда. Сейчас ты начнешь рубить. Это будет прекрасный момент. Да хватит забрызгивать-то все, а. Ох, твою мать, да твою мать, твою мать. Блин. Этот раунд сразу не задался. Ты посмотри, она полностью все покрыла. Как мне с ней воевать? Офигеть. Вы добры, сударыня. Так, все, надо бы отходить, я думаю. Или нет? Да твою мать. Все, мне хана. Я просто не мог отпрыгнуть в сторону, он чем-то тупо лез в рожу ей. Это печально. Так, этот раунд что-то вообще был какой-то разгромный просто. А, ну не знаю, сейчас мы сюда же вернемся. Еще одна попытка. Так, теперь я человек. Давайте попробуем кого-нибудь призвать к себе. Так, ой, блин, она голая. Какой от нее толк? Голая и с мешком на голове. Блин, ты что, бомжиха? Зачем? Зачем ты такая? Зачем ты мне нужна вообще? Меня просили стоять, типа так будет лучше называться. Ладно. Подожди. Людоед? Ты... ты меня не убьешь? Ты какая-то страшная. Ну пойдем. Она сейчас просто охренеет от этого вида. Так, ну, Милдред, ты поможешь мне, нет? Нет, похоже. Это, похоже, какая-то... Ну, неплохо сносит, кстати говоря. Блин, опять одной рукой держу. Ой, твою мать. Так, лечимся. Да куда ты ломишься? Нет, похоже, от него будет... ну, как отвлекающий, по крайней мере. Да что ж такое, блин. Она из-за своей лавы. Так, все, можно рубить. Давай, давай. Что-то я чувствую... А, нет, ну как так, ёкарный бабай, да что ж такое? Блин, ну это просто... Нет слов, нет слов. Так, ну что, еще одна попытка. Я, честно говоря, понял тактику, как с ней драться. Единственное, но эта тактика мне совершенно не помогает. И неплохо было бы, я бы сказал, офигеть, нормальное начало. Так, тихо, тихо, тихо.
Неплохо было бы призвать фантома все-таки. Но что-то как-то в этот раз не до того было. Блин, я просто не могу к ней подбежать. Откуда мне к ней подбежать? Она все вокруг себя обвела. Давай, подружка, иди ко мне. Самое главное, не давать ей зажечь. Ой, зажать себя. Так, тихо. Так. Хрен тебе лысого, тетенька. Надо отступать. Самое главное, не дать зажать себя в угол. Это все, это сразу край. Давай. Давай, дорогая. Сейчас она прыгнет и блеванет на меня, да? Ну да. Теперь иди ко мне. Или ты по новой это же хочешь сделать? Да твою мать, это уже не очень хорошо. Тихо. Тихо. Так, так, так. Ой-ой-ой, отступай, отступай, отступай. Валим. Да твою мать, что такое? Что происходит? Эти ебаные долбаные тормоза. ФПС просто, я не знаю, как на Риве ТНТ в Крайзисе. Ой, блин, я поменьше буду говорить, это меня серьезно отвлекает от битвы. Да вы посмотрите, это же просто позорное. Да что ж такое? Чем меня задел вообще? Тихо, валим. Да. Тихо, 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 тихо. Вот он угол. Как раз про то, что я говорил. Так. Тихо. Это я знал, это я. Да твою мать. Давай, иди ко мне. Нет, вот сейчас надо... А, нет, надо было атаковать. Просрал момент. Давай, дорогая, иди ко мне. Покажи мне. Ой. Как... А, вот это вот самое опасное. Так, отступаем. Так, 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 так. Иди ко мне, сволочь. Так. Я молчу, я молчу, я не отвлекаюсь на всякую хероту. Давай, давай. Тихо, 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 без нервов. Ой, самый сложный босс пока что. А, сдохни, тварь. Душа квилак. Отпишите мне, ребята, в комментах, что можно сделать с этой душой. Потому что я ее добился таким трудом, это офигеть. Пока что это был
Самый сложный босс. Офигеть. 20 тысяч дали. Я думаю, на них надо поднять пару уровней. Фу, так. Бля, ребята, это натурально был самый сложный бой за всю игру. Я не знаю, там уже во время записи я большую часть смертей вырежу, потому что они были, ну, по глупости, потому что я не приучился к ее тактике. Но даже приучившись к ее тактике, да, я тоже это сделал, давайте рейтинг поставлю. Так, подожди. Вот так. Так, а можно побольше тебе дать? Я очень рад. Ну ладно, держи, дорогой. Ух, так, мы победили, все, этой паучихи больше нет. Мы оттуда пришли же? Или мы оттуда пришли? Нет, мы не отсюда пришли. Уф, ладно. Это был сложный бой. Не буду отрицать этого. Да что отрицать, вы сами все видели. Praise the sun. Держи, дорогой. Так, надо быть осторожным, а то сейчас какая-нибудь херь вылезет. Да, в принципе, все, я ее уже убил, мне пофигу. Даже если меня сейчас убьют, эти 20 тысяч душ попадут, я ничего, я это переживу. Я сделал это. Что-то стена как-то отличается, что ли? Да нет, вроде, подожди. Иллюзорная стена. Не, ну вот какой-то проем, видать? Ну, что-то вы гоните, по-моему. Так, кто-то у нас друзья просится. Подожди, что за иллюзорная стена? Где? Не, ну вот это все-таки похоже, да? Иллюзорная стена. Я не понимаю, или я что-то не понимаю. Так, ну-ка, ну вот так проще сделаем. Так. Так. Да нет тут никаких иллюзорных стен. Мне, кстати, говорили, что после квела где-то есть иллюзорная стена. Я не помню, по-моему, Джек Шепард как раз говорил. Или кто еще? Кто-то. Мне много кто в личку пишет. Я, к сожалению, всех читать не успеваю, но стараюсь. Так, короче, ну, я не знаю, если она тут и есть, то я, по крайней мере, пока что не смог ее найти. С катаной у меня это проще обычно получалось. Вообще катану свою люблю. Но дрался я с паучихой, тем не менее. Ладно, пофигу, если есть, напишите в комментах, я сюда потом вернусь. Так, рычаг... лифт? А, ну да, это, наверное, как раз таки второй колокол. Фу, мы сделали это, ребята. В этой серии мы это сделали. Я могу сказать, я несказанно рад. Это был сложный бой. Но теперь, по крайней мере, мы можем забыть про Blight Town. Как про страшный сон. Делать нам в нем больше нечего. Ух ты. Серьезный дядя. Подожди, это же та дверь около кузнеца. Около собора. Угу. Это именно оно. Так, очередная косточка. Эта косточка нас может вернуть к костру. Так, очередной приз. Это прекрасно, по-моему. Спуск вниз. Так, а тут у нас что? Я думал, это лифт какой-то. Так, что пишете? Ап. Чё, ап? Ладно, давайте спустимся. Да, в принципе, эту серию можно прекращать, я думаю. Да, нет, чё? Я рад. Эта серия получилась крутая. Надо, конечно, будет многое вырезать. Я сделал это. Да, я тоже рад. Но как бы там ни было. Так, вот на эту кнопку мы нажмем. Сейчас пойдем куда-то либо вниз, либо наверх. Тут у нас
Еще какой-то путь в глубину. Так, спрятанный путь спереди. Иллюзорный. Да вы задолбались. Ну ладно. Нет, Элейшн. Я не знаю, что такое Элейшн. Ух ты! Что мы здесь имеем? Ты новый слуга! Как ты ответишь? Я новый слуга? Но у тебя яиц нету. Да, неважно. Проходи и получай аудиенцию с нашей дамой, короче говоря. Я надеюсь, что ты будешь блюсти манеры. Fair Lady, это типа... Ну что-то, короче, я не могу точный перевод подобрать, типа Пресветлая Леди. Самое главное, что Bonfire. И там какая-то блондиночка торчит. Так, хорошо. Молчит. О, у нее можно усилить тесту с фласки. Нужна душа Firekeeper Soul. А у меня ее, к сожалению, нет. Enter Covenant. Так, принять это вероисповедание. Что это такое вообще? Какое вероисповедание? Паучины, что ли? Блин, ну ты мне нравишься. Верхняя часть, по крайней мере. Ну давай. Что это дает нам? Получили пиромансию. Вот нафиг она нам нужна, а? Так, это что такое, пожертвовать человечность? Ну я и не дам, ясное дело. Так. Firekeeper Soul сюда надо будет принести еще одну, чтобы усилить, короче говоря. Разговаривать она с нами не хочет. А, ну и что, давайте-ка мы на этом... присядем вот тут. Подожди, что я не могу присесть? Присядем около нашей богини. Да, в принципе, я думаю, на этом прекратим эту серию. Серия была, надо сказать, непростая. Помирал я тут очень большое количество раз, но вы большую часть этого не видите. Но поверьте мне на слово, это был самый сложный бой в игре. Как бы там ни было, мы это сделали, и в следующей серии мы пойдем, видимо, к тому зданию собора. Либо пойдем опять навещать лес. Ну, скорее всего, в лес мы не пойдем, там пока нам рановато. Короче говоря, как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.